Ну, если это фантастический триллер такой, и если на секунду представить, что Москвы нет, мне кажется, будет хаос всеобщий. Знаете почему? Потому что у нас слишком централизованная власть. У нас на местах, ну, мне так кажется, опять же, это мое личное мнение, не умеют решать вопросы. У нас все ждут, что скажет Владимир Владимирович, что скажет кабинет министров, что по этому поводу думают те или иные люди. У нас не умеют принимать решения на местах. Вот и все. Поэтому, если вдруг не станет Москвы, то, мне кажется, это возьмет, я не знаю, такой юрский период настанет. Все очень сложно.